Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба. Вот, сейчас меня должно быть слышно. Программа то решила обновиться, то еще. Короче, у меня прога, которая обрабатывает звук, оказывается, не была включена. И она решила заобновляться сейчас. Вау. Просто вау. Короче, я не буду переначинать запись. Пофигу. Быстренько. 7-й стрим. 27 апреля. 21:18. Прошлый стрим закончился на том, что у меня вырубило свет нафиг, потом интернета час не было, в итоге решил на вечер все. У меня есть индикатор, я на него не посмотрел, просто фуривар. Я думал, все в порядке, оказывается, у меня микрофон-то включен, а прога, которая обрабатывает звук, она не была включена. В итоге звук с микрофона уходил в пустоту. А программе стримерской пытался выход с этой программы. Система управления не распалась. Посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Мы тогда еще надеялись. Привет, Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно по вкусу. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Рельса. Слушал эфир. И пришлось всякому наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали. Так, а что у меня есть? Знал бы ты, калаш. Как за это приходится платить. Кровью.
Ну что меня бесит? Действительно бесит то, что... Какие заряды для рельсы требуются? Какие патроны? Что раз мир уже обречен так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подумали, долго на свет. Давайте рельсу. Они ведь могли ставим. В автономном плавании по погоде находиться. И теперь ничего не хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомнить дрожь. Я не знаю, что делать. Вот здесь не дают тестить оружие. Я сам мне это бесит. И после войны, еще когда единая система управления распалась, посадили меня, значит, следить за... Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. Но по вкусу. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались инструментировать. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир, и пришлось в заговор. Сибирь молчала вся. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Подлодки еще запрашивали приказы. Наносить еще удар. Кстати, по-моему, больше не будешь стримить. Вряд ли. Эта лига просто, я не знаю, разочарование какое-то. Реально, у них сейчас реально большая проблема в core геймплее, который уже на протяжении, наверное, всей игры есть. Это то, что сколько бы ты ни стакал себе хп, энергощитов, всяких... всяких прибамбасов, в любом случае найдется что-нибудь, что сможет тебя сваншотить. И прям это разочаровывает. Может быть, следующей лигой. Но... Не знаю. Не хочу я менять. Почему я X2 поставил на этот коллаж? Давайте коллиматорку поставлю. Тут все бесплатно, я смотрю, да? Ставят. А какие заряды ты используешь? Это реально очень сильно... раздражает. Давайте заменим, ладно. Пофигу. Вот так вот. Либо увеличенная. Так, наверное. Лицо надо ли? Не буду. Это коллаж. Вот то, что вот лежит на столе сейчас прямо передо мной, это коллаж 2012, как здесь называется. Вот он у меня есть. Коллаж 2012. Ну, давай быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Калашникова же, блин, 100-500 моделей.
Не знаю. Они могли взять такую пушку тупо из-за того, что... Я сам в оружии не разбираюсь, не так далеко слежу, но, блин. Может быть, они его так назвали, потому что... Боялись лицензии. Сейчас с этим все довольно-таки жестко. Привет, Артём! Ульман, что ли? Храм. Ой, здравствуй. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что ты делаешь? Молчишь. Превращаешься. Я, может быть, постримлю Пой еще, но... Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, может быть, другой билд попробую. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть... Платят смертью. Потому что циклон те, меня испытывает сомнения, замучил. Не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. О, мне еще и плюсик, видимо, за это дали. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Чему бы и нет? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Господи, надо все-таки, я не знаю, отложить деньги на БПшку. Потому что то, как сегодня свет прыгал у меня днем, у меня сердце в пятки уходит. Хотя бы безопасненько вырубить компьютер. Успеть можно. У меня уже так один раз сгорело БПшка с одной платой оператива. Я очень расстроюсь, если рельса будет стрелять. Не убрано вообще. Мне сейчас вопрос такой больше. Начинать ли метро следующее, Last Light, которая? Это подвалы старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Кстати, не прочитал сейчас. Храм там еще одна заметка была, нифига себе. Почему церковь? Только из-за прочной старой каменной кладки или бойцы мельника думают, что эти стены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое? Странно, что даже тем, кто твердо стоит на этой земле, кто каждый день смотрит смерти в глаза и должен был уже успеть привыкнуть к ней, нужно цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом вслух, но у многих я видел нательные крестики. От кого-то я слышал, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку и преисподняя оказалась на поверхности земли, а людям пришлось прятаться в бывшем аду, поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем старые церкви. Не знаю. Найти иконы и фрески, которыми расписана эта церковь, даже мне внушают какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность.
Как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который не мы сотворили, еще можно искупить свои грехи, чем можно получить прощение. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей, и ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми их перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Что-то... Артема немножечко плоховато. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Сейчас я буду бегать от черных, видимо, да? Или чё? Или буду бегать к черным? Видимо, на хорошую концовку все-таки завязка идет. Кажется, чтобы не было глюков. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Это витаминки, если что. Все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Напомню, что здесь каноничная концовка плохая. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Не знаю, зачем делать разные концовки. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володь, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Огонь! Опоры-то деревянные. Ой, конечно, ребят, должно быть... Не, здесь довольно-таки на протяжении всей игры надо. Хорошие дела делать. Давай, на протяжении давай! Всей игры. Или мы все трупы! Чтоб мне не зайти. Готово. Ворота открываются. Давай, давай! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда. Ребята.
А, окей. Блин, у нее какие-то особые патроны, но ладно. В Т6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. А, это ладно. Вот мое оружие. Давай посмотрим, что там. А, вон как оно. Окей. Можно стрелять, короче, этими. Деньгами, вон, видите? Для печь подкинуть. Я боюсь, в игре нету таких опций. Мои странные сны продолжаются. Теперь я не уверен даже, что это просто сны. Раньше такого со мной не случалось. Скорее, видения. И они становятся все ярче, все отчетливее. Теперь они остаются в моей голове после того, как я пробуждаюсь. Но я так и не могу разобраться в том, что они значат. Однако всякий раз я просыпаюсь с одним тяжелым ощущением. Это предчувствие беды. Предчувствие катастрофы, в которой буду виноват я. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Важны великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой следующий слой будет больше похож на мокрое пятно. Ладно, так. Привет, молоко с маршмеллоу. Блин, я так хочу на самом деле вот-вот-вот... Зефирки? Вот-вот реально, блин. Черт возьми, я хочу какао. Блин. Надо искать безлактозное молоко. Реально. Вот если я Артём, жить с этим. У меня друг был в школе, Артём. Ничего, он как-то жил с этим. Вроде не жаловался. Ты и я тоже не жаловался. На его имя. Никто вроде не жаловался. А... Лактоза, она на самом деле у очень многих людей с возрастом усваивается все меньше и меньше. Это вполне закономерная вещь, и это как раз таки в порядке вещей. Если вы где-то к 30 годам, допустим, до сих пор очень хорошо пьете молоко и, извините, не проводите в туалете по 30 минут после, то у вас мутация. Очень здоровская мутация, которая как там позволяет вашему организму до сих пор вырабатывать. Я не помню, там какой-то фермент, который нормально перерабатывает лактозу. Но у обычных людей с возрастом этот фермент просто перестает вырабатываться. И молоко, лактоза, именно лактоза, она начинает перерабатываться не ферментами, а микроорганизмами. И...
Не знаю, молоко. Молоко с кофе я вообще обожаю, честно говоря. Я очень люблю молоко, но с последнего время вот просто. У меня желудок готов взорваться, когда я молоко пью. Три Артема на стриме. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощелкай выключателями. Какими выключателями? Я обследую. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, слово «Л». Угу. В порядке. Я только не вижу, где здесь сейв. Сейв, извините. Сейв. Дальше что ли будет? А, не, вот. Лол. И вот он здесь. Кошмар какой. Тем из метро, который любит падать на крыс смерти в своей истории. У моего начальника с прошлой работы, с которой я уволился, сына звали Артём. Артём Сергеевич. Да несмотря на это, не обращайте внимания. Это не такое распространённое имя. Ладно, ладно. Уже 5. Я так чувствую, сейчас кто-то повалит. Мне не нравится та штука. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А, темно, и Б, страшно. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение, это сама субстанция. И я в нем вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Вон! Все идет как по маслу. Ульман валяет дурака, мельник привычно угрожает ему нарядами вне очереди. До цели остается совсем немного, и теперь нас уже ничто не остановит. Мы выходим победителями изо всех схваток. Прав был хан, когда сказал, что на всей земле не было и не будет более опасного хищника, чем человек. Есть такая мысль, что как имя человека может быть схоже с человеком из прошлого, человек, которого назвали этим и... Почти так же.
Паривар, у меня есть шутка у моего отца, что он назвал меня в честь, так скажем, соседа по аллее на даче, его родителей, то есть моей бабушки с дедушкой. Вот, загугли товарища Суклетина, ладно? Этот товарищ помогал нам дачу красить. Ну-ка, я даже, если имя-то не... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да, он самый, он самый. Блин. Мне еще тогда по мини не было. Но все же. Господи. Весь уже. Так, тот у Изи взгляд такой исподлобный. Выпить с носорога. Че это бабахнуло вообще? Тут пусто. Вперед. Дважды не умирать. Вперед! За родину! За смерть от старости! Не дрейф, прорвемся! Привет, Дафо, еще раз. Знаете, почему я сейчас проиграл? Потому что я нажал на shift. Я нажал на shift, и у меня открылся стимовский оверлей. За родину! За смерть от старости! Не дрейф, прорвемся! Да кто дрейфит-то? Они с криптом, по-моему, все умерли. Мы их уделали. Надо же. Один подписчик этого... Молоко с маршмеллоу, спасибо за фоллоу. Странно, я вроде тебя не в первый раз вижу. Спасибо. Это тот самый красивый забор. Дом, домик. Ох, ёл, упало. Трагическая смерть персонажа, которого мы... Оставь его.
которого мы не знали. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. А можно было, кстати, взять с собой огнемет и жарить типа огнеметом. Так, впереди насосная станция. Он самый, да. Надо вскрывать дверь. Дать. Вы знаете наверняка, что Татарстан был 80-е, 90-е, не все хорошо было с бандитизмом, я так скажу, поэтому это даже неудивительно. Дай мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Если я не ошибаюсь, как мне потом сказали, там, где был его, собственно, дом, там, короче, участка уже не было, там стоял ларек, ну, просто ларек. Вообще не очень было, да. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Через что сразу Ульман? Несправедливо. Так, кстати, что там? Я вроде бы не виноват в их смерти, и все же чувствую свою вину. Слишком рано радовался тому, как бескровно мы преодолели весь этот отрезок пути. Накликал беду. Не смог оказаться в нужное время и в нужном месте, протянуть товарищу руку, вытащить его из того света. Тянул этих отважных ребят в авантюру, которая стала для них последней. Наш отряд и без того маленький, предел еще больше. Когда я смотрю на свои ладони в свете костра, мне кажется, что они перепачканы кровью. Уже задолбался чистить. Вообще грязность становится сразу же на следующий день. Все чисто, заходим! Ну, огнемета у меня уже нету. Я решил его не брать. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Он с рельсой, кстати говоря. С рельсы пострелять, посмотреть, что она из себя представляет. Ну и что теперь? Как он держит эту пушку? То есть он что ли... У меня даже такого предмета длинного нет. Ну короче... Вот как будто вот типа вот представьте, вот линеечка здесь, да? Линеечка. Вот линеечка. Такое чувство, что он держит... Не вот так вот, а? То есть как это, типа... Длинная Пушкин же, ну, вот так держит обычно. Там и еще вот так вот прикладом в плечо, допустим. И такое ощущение, что он не вот так держит, а вот так вот и держит. Знаете, это выглядит вообще 10 из 10 на вебке, конечно. Лучше, наверное, с вот этой линейкой. Может, тут не видно, парненькая. Так, не вот так вот, а вот так вот. Придово. Делай. Каннибализмом заниматься, я думаю, не стоит. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы упыри! Разнюхали нас снова!
Осторожней. Обойму прострелял и хватит. Быстрее к выходу. Тут дальнюк, по-моему, был. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Гений. Ты гений. Мы бы никогда не догадались, что эта дверь ведет в D6. Как бы мы без тебя жили? Готово. Похоже на... Эта дверь ведет в D6. Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату. Живо. Роняйте. Ну, классика жанра. Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Я ненавижу пауков и все, что с ними может быть связано. Фуривар. Отвратительно. Я сейчас лемуху услышал, будто перс говорит рядом, а прям будто он за стеной. Лол.
Кто спрятал ключи? Вот я за ними как раз таки и охотился. Сейчас спасу себя. Ой. Знаешь, слушать кого-то за дверью, что не спасут себя, это всегда себе дороже. Спасай. В играх всегда так. Спасай себя сам. Да, отвлекайте их там, пожалуйста, пока что. Я пока спрыгну в эту вонючую херню. Твою мать, как же лиск уже. Это какие-то непонятные скорпионы, блин. Я на чат отвлекался. Скорпион относится к паукам? Не знал. Ну да, это больше похуй, потому что у них есть... Сраку. Но дробовик их эффективнее укакашивает. Ничего нету. Ладно. Я очень впечатлительный и пугливый. Я просто вам напомню. Если он когда досмотрел миссию Serenity, мне было плохо от переизбытка эмоций. Пикачу идти вперед, да. Примерно. Хотя, я думаю, мне не нравилось бы, как выглядел Пикачу во вселенной Метро 2033. Я слышал байки о том, что метростроицы не были первыми, кто рыл в бурой московской земле ходы и убежища. Тайные ходы и галереи были устроены под городом еще при первых русских царях, но те мастера, которые строили эти катакомбы, натыкались на пещеры и лозы совсем уже древние, вырытые неизвестно кем и невесть когда. Но их безымянные строители сгинули тысячелетия назад. Тысячелетия? Ставив после себя только идущие из ниоткуда в никуда бесконечные коридоры. Вот, сотню поколений спустя, теперь я последний человек, ступая осторожно по их следам в никуда из ниоткуда. Там есть какой-то проход. А тут что у нас? Что, у меня есть ПНВ? Что, у меня очень мало патронов. Вы знаете об этом? Что, мне не нравится, сколько здесь... Не, определенно надо пытаться немного потратить эти. Да, разочаруйтесь там.
Артём! Сюда! Слава богу. Молодчо. Живой всё-таки. Степана убили. Стёпу. Дьявол! Тише, тише! Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Это мои новые что-то друзья. Что-то на нас идёт оттуда. Это мои новые друзья. Давайте не будем ждать и просто пойдем. Что за... Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Ты же уедешь. Как бы там, где надо. Это не наша... Это наша станция. Зачем вы туда? Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Фоливар сейчас. Это правда на английском, но... Сейчас. You are now entering back. Вот. Сейчас я только звук выключу, сам пересмотрю. Не все время вспоминаю это, когда про покемонов речь идет. Блин, мне дождь пошел. Следующая остановка — командный центр. Господи. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Противогазы, быстро! А, противогаз и так на мне. 13 минут, кстати. Ну и говорю, лучше бы они ставили старую систему. Она больше давит и больше иммершн надавала. Чем время. Вау. Книжка, которая внезапно откуда-то взялась. Невероятно, но в этих давно заброшенных подземельях техника сохранилась гораздо лучше, чем в обитаемом метро. Но на рельс, двери которого отворились впервые за десятки лет, плавно сдвинулся с места и понес нас к цели, как будто только вчера его осматривали техники. Правду говорят, время разъедает металл и камень, разрушает и человека, и его творение, но наши отцы строили на века, и если их дети не курочат их наследие, эти сооружения и механизмы могут простоять тысячелетия. Да-да, мечтай. Кто-то... Сейчас мы всем СССРовским пользуемся. Всрань. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже сказать, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь. Кстати говоря, а... Вы не видите чат? И чат нормально выскакивает, я что-то не обращал внимания.
Вскакивать, но он мелковатый. Надо будет заняться этим. Вообще надо будет заняться переоформлением стрима немножечко. Ради собственного эстетического удовольствия. Советские стулья были нормальными. Да много чего на самом деле нормального, но не тысячелетия, извините, нет. Что у меня есть? У меня вот прямо вот здесь, блин, у меня тут полно мусора, просто не хочу вам показывать. Стоит советское пианино, которому лет уже 45. Сейчас, погодите. Если его покупали, ему не лет 40, ему лет 50 уже, этому пианино. До сих пор строй держит, кстати. Его настраивали в последний раз, когда я жил в другом городе. Блин. У нее расстроились нижние лады. Не лады, клавиши некоторые. Некоторые ноты. Но в целом строй посерединке и сверху держит вообще до сих пор. Это уже, ну, лет 10-12 прошло точно. Сейчас. Что у меня... А. Чего важного? Можно, пожалуйста... Знаешь, Shift, табуляция это не нажата. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Место занимает... Это я согласен. Я бы сейчас на самом деле... Блин, мне нравится живое пианино, но... Я бы с удовольствием... Блин, я сейчас музыкой-то вообще никак не занимаюсь. Это прям отвратительно. Вот. Всегда нравилось, но вообще. Когда-то даже что-то сочинял, но. Я бы с удовольствием пианино куда-нибудь отдал, а сам бы приобрел просто вот клавиатуру, которой можно работать через комп. У меня тоже есть синтезатор, но он, блин, полуигрушечный. На нем нажимаешь, блин, три ноты, оно задыхается. Это не синтезатор, это какое-то говно, извините меня. Вот. Ну, сейчас просто музыкальные инструменты такие стоят уйму денег. Что обычное пианино, что синтезаторы нормальные, все стоят вагон денег. Это просто отвратительно. Что у меня еще есть? Есть две гитары, есть дудочки. Кстати говоря, их видно. Вот-вот, прям пальцем показывают. Блокфлейта очень старая. Рядом дудука на этой же полке. Вот здесь вот такая маленькая коричневая полоса виднеется. Вот там в углу тем... Блин, не-не-не-не. Вот, пальцем попал. Вот там лежит какая-то фигня, я даже не знаю, как она называется. Ладно, давайте продолжу, а то я что-то совсем увлекся. Так, я, видимо, стресс заговариваю, потому что эти штуки с своими хвостами отвратительно. Я бы очень желал, хотел бы научиться играть на скрипке. Серьезно. Скрипка — это, извините за мат, охуенный инструмент. Но
Не умею вообще. Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Ладно, давайте включим. Какую кнопку? Четвертая! Четвертая. Первая кнопка. Так, следующую. Вторая. Молодец. Тебе третья кнопка. Ну, мне просто нравится по звучанию. Единственный, наверное, инструмент, который я ненавижу, это всякие аккордеоны, баяны. Я их просто не люблю. Ни по звуку, ни как на них играется. Все на платформу. Пытаемся запустить систему. Я счетырил, что ли? Давай, пуск! Ничего не выходит. Давай же, еще раз! Ай, безнадёжно. Проклятие! О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Окей, ладно. Не очень-то и хотелось. Только очень тихо, потому что у меня уже спят. Охеренный инструмент, я согласен. Научиться, вот блин, мне надо научиться на нем играть. Я только одну композицию сам просто подобрал на нем, но сейчас, конечно, играть не буду, потому что поздно. Ну, очень офигенно, мне нравится. Он, блин, мне нравится начало песни Pink у Aerosmith'а. Там, где как раз-таки губная гармошка. Это так сочно звучит, просто... Просто... А! И да, она компактная. Очень клёвый инструмент. Тот, который компактный. Понимаю, я книжечки упустил, да? Давай. О, А4. То есть нам слава надо в D6, богу, это очень глубоко. До самого низа. Чую, там что-то неладно. Можно я отойду? Это сектор 1, нам еще ниже. Ульман, налево. Профессор направо. Артем, прикрываешь меня? Нет. Я обследую. Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артем? Ну, я думаю, что здесь есть вот что-то такое.
проверять. О. Прям чувствую, как здесь где-то... Отлично, парень. Должны журнальчики валяться, но что-то не валяются. Теперь тихо. Пошли. Не пошли. Дайте обследовать локацию. Что ж вы такие торопышки? Да уж, огнемет. Скряга получена, достижение. Ну... Что умеем, что могём. Теперь поиграть. Второй прошел. Ну, говорят, второй легче. И страннее. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя... Надо бы самому проходить. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница... панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Дневник. И все-таки трудно поверить то, что это строили люди, а не гиганты-циклопы из древних легенд. Не только я, но даже балагур-шутник Ульман притих, когда попытался представить себе размеры этого места. Что это за секретный объект, когда и кем он был построен, и зачем? Куда ушли его хозяева, и почему никто в метро никогда ничего о нем не слыхал? Под ногами ковер из гильз. Можно было бы подумать, что тут кипел жестокий и отчаянный бой, но вокруг нет ни тел, ни костей. Что же здесь произошло? Первый уничтожен. Второй... Не боеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, что нам не нужно самое дно. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжение хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Нифига себе, это типа ключи можно тут насобирать, что ли? Сдайте Артёму время. Артём лутается. Благородное дело, между прочим. Мне что-то его здесь одного оставлять как-то крепотно немного. Проклятье. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Патронов-то нормально. Может, сегодня даже допройдется это метро? Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Ой. Противогазе, кстати, прикольно. Но тяжело, да.
Мне оказывается полно времени. Дьявол! Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Ну чё грустно и печально? Если нравится Dark Souls, то почему бы не пройти? Не знаю. Я сам хочу... Блин, мне кажется, здесь просто надо идти вперед. Давай, давай сюда! Что это за херня, блин? Dark Souls все-таки очень сильно был популярен, и не пройти его для меня, по крайней мере, немножечко такое себе. Поэтому хочется пройти. Я интересуюсь такими вещами. Но первую часть я прошел. У меня даже записи, по-моему, нет, как я прошел. Вот. Вот он. А остальные что-то как-то просто в те времена не было времени. Мельник, не тупи, это Ульман. Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Идемте, идемте. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить? А что не надо? Думаешь, разочаруешься в качестве или что? Что тебя останавливает конкретно? Почему тебе будет грустно и печально? Геймплей не нравится, что? Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. А, мы, кажется, с вами в амнезию начали играть. Ну как ты? Это Лугана там? Что за ачивка? Уж интересно. Бить 5 амёб. До этого я типа их не убивал, да? Смерть уродом! Интересно, у Мельника сколько хп вообще? Мне не понравился этот буль. К лестнице, без дураков.
Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Странно говорить, но тебе жутко? Ну, Артём, жутко, это недостаточно, чтобы описать происходящее. ...750 смертей персонажа увидеть. Но... самое главное... в Dark Souls это просто... поймать темп, в первом, по крайней мере. Я большинство... я вообще всех боссов... либо с первого... вот от одного до пяти раз... проходил. Кроме... двух боссов. Это я много попыток на Орнштейне и Смоуге слил, и много попыток на Арториасе. Всех остальных, насколько я помню, с первого-пятого раза. Где же у него кнопка? Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Откуда у меня счетчик Гейгера, блин? 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Нам харкнули прямо в лицо. Неведомая ктулха. Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Нет, не вижу. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда. Я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Ай. Ай. Привет, Юрарун, спасибо за... Юраран, наверное. Юраран. Спасибо за рейд. Привет всем. Ну, спасибо за полу. А, типа я должен... А, вон оно как. Вот используйте ЛКМ и ПКМ, окей. Достигнута контактная зона. А как мне работать-то? Внимание, извлечение стержня. Есть половина мощности. Я же такой мобильный в этой штуке. Ух. Мне только и уклоняться, мельник. Достигнута контактная зона. Что-то я не понимаю. Может, игра требует от меня, чтобы я сначала куда сходил? Скрипты, достигнута они такие. Контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Три четверти, внутри скану еще капельку.
Нет, тут последний выстрел я домой немного. Сложно? Да не, игра вообще вся простецкая. Достигнута контактная зона. На сложности нормал, она... Достигнута контакт. Ой, кровь. Ну ладно, лот. Она ужасно заскриптованная, вот что мне не нравится. На тебя нападает уйма вражин, ты от них отстреливаешься, а потом они хоп и все разом умирают. Достигнута контактная зона. А вон как оно работает, окей. Да ладно. Внимание, извлечение стержня. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Три четверти, ну кискану еще капельку. Сейчас. Достигнута контактная зона. Внимание. Извлечение стержня. Слушай, с ножом попёр. Сейчас, ребята, минуту. Потому что я люблю стандартные игры в сложностях, но здесь вот прям, возможно, надо было и на хардкоре идти. Хотя я не знаю, здесь хардкор это подразумевает одно прохождение, в смысле вообще бессмертие или как. И снова мы отправляемся на поверхность, на этот раз во всеоружии. Ульман шутит, под нашими ногами дрожит земля, но мне кажется, я и вправду чувствую эту дрожь. После всего, что нам пришлось преодолеть, нас не остановит ничто и никто. Враг будет повержен, обращен в пыль и пепел. Так, как мы всегда поступали со своими врагами. Одного не могу понять, почему же черные не пытаются остановить нас? Не ждет ли нас засада? Дурные предчувствия, которые меня мучат уже давно, все сгущаются. Давай, Фуривар, если ты еще слышишь. Давно написал, но видел ночью тут. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там. Пропустил немного. Ты только оглядись, Артем. Это же наше наследие. И наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Мельник, что с тобой не так? Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю.
и попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. На нормале, на... Еще это, кстати говоря, это редакс-версия, она по балансу вроде как отличается от простой 2033. По крайней мере, в части геймплея некоторые штуки точно по-другому работают. А... Мне здесь на нормале где-то 3 удара от него. 2-3 удара. Хватало. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Привет, весомый. Поезда, как твои дела? Выбрались на поверхность. Это последняя глава, кстати говоря. Ну что, сегодня допройдем? 22:41. Со Станкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Стоп! То есть, получается, когда-то, давным-давно, когда я проходил еще не редакс-версию и забросил игру, я прошел до почти финала? Нормально. Что, вспышки собираешь? Какие вспышки? Как добрались, товарищ полковник? Да что, гранатами я здесь почти не пользуюсь, если какого ты об этом. Чего? Я работать не хочу. Круг, быстро! Эх. Вот мне бы очень хотелось на работу. Надо находить. Скрипт. Отлично. Это просто скрипт. Даже очень хорошо, что я это так... Что это так получилось. А, прачка карма. Да как-то не особо старался. Не знаю, на какую концовку получится. Я знаю, как, что плохая каноничная. Хороший не стремлюсь, но... Артём, с тобой всё в порядке? В принципе, если получится надо хороший, то, наверное, хороший пойду. За мной, Артём! Я останавливаюсь не на секунду! Слева, а не слева! Теперь справа! Почему мне оружие-то заблокировало? Криво. Значит, что ты идешь к хорошей концовке? Ну, да, ну, да. Еще раньше было. Ну давай же! Артём, осмотри комнату, живо. Почти попал.
Будешь что рассказать мужикам? Где сейв? Сейв. Как вы невидимые. Да и на вкус мы не очень. Прям уверен, что он должен был быть где-то здесь. Но... ладно, наверное. Да. Ой, да ладно, мы уже в конце игры почти. Имеет два сна. Один из дрезин в поле, когда на тебя черный идет, другой на паровозе, где надо либо к мельнику, либо к черному идти. А перед полисом я пошел к черному. На паровозе, где надо, либо к мельнику, либо... ну, к мельнику пока ничего такого я вроде не... или что-то второго сна не помню. Блин. Вперед! Игры, кстати, говорю, сколько у меня таких патронов? Нормально. Возможно, сейф где-то здесь. Вот он. Это типа и разрабы, конец игры, мы не будем ничего давать. Иди нахер. Окей. Что там, точно ничего нет, что ли? Вообще ничего нет. Ладно. Для трофея? Что там за трофей? Типа, если что-то там... есть типа, мыслишка. Все найдешь сейфы или что? Давай-ка, забирайся на крышу лифта. А, типа, просто для... о, понял, понял. Для ачивки. Для ачивки. Давай, давай, упырь, я жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Я в армии не был. Бежать не прыгало. Видели, значок противогаза был на мгновение. Можно ли понять? А, на какую концовку я иду прямо сейчас? Ульман! Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель закрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Том. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Только в конце? Понятно. Хватит. Оно улетело. Улетело! Найди способ сюда забраться! Сейчас... 4... Шаг за шагом мы поднимаемся на башню. Мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг свинцовые тучи, будто стена стоит.
Ступени изъедены временем и крошатся под ногами. Ветер такой, что кожу с мяса сорвать, кажется, может. Нас не ждут на небесах. Наше место под землей. Почти в конце. Окей. Ничего пока не разбивали. Ну, я сомневаюсь, что это дальше. Да дальше-то серьезно. Типа перепрыгнуть ту дырку? Сзади! Осторожнее! Ну спасибо, Мельник. Я немного прибавил газу. Там рядом есть лестница. Давай наверх! Какая прекрасная прогулка. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Ладно. Продолжаем подъем. Скажи да, весомо. О, блин. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! Вот чёрт. Мы тебя и пробили. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Пукай. Я очень люблю лазать по текстурам. Лазаю по текстурам Sims 2000-й. Ой, блин. Прям чувствую, что мне сюда. Ой, блин, круто Е. Они запихнули сюда такую штуку, как круто Е. Серьезно? Вы собираетесь напугать меня кутаешками, которым надо, типа, нажимайте Е на мэш, когда я параллельно прохожу GTA San Andreas, просто по памяти и без стрима, я сейчас вспоминаю, и там Карл Джонсон ходит в качалку. А там это надо просто утыкиваться по самое не хочу. Ну, сложно в этом увидеть на самом деле. Просто это скучно сделано. Об сравнении. Ну там тоже типа в качалку ходишь, и чтобы крутить велосипед, тебе надо shift вот так вот, вот прям минут 10. Чтобы выносливость не качать. Пойдем. И сейчас думаю, на какую концовку я хочу, чтобы все-таки закончилось? На каноничную или на хорошую? И почему-то хочется, чтобы на хорошую закончилось, потому что это будет, ну, что я что-то делал правильно по игре.
Я остался один. Все самое главное мне предстоит сделать самому. Не на кого переложить ответственность, не у кого попросить помощи. Судьба людей в моих руках и судьба черных. И с каждым шагом моя уверенность в своей правоте тает. С каждым шагом я задаю себе все больше вопросов, таких, на которые мог бы ответить лишь Хан. Только вот Хана тоже нет рядом. Я один на вершине мира. И отсюда вижу многое, чего не мог увидеть с поверхности. Услышать такое, чего и представить себе не мог бы под землей. Я ощущаю присутствие черных, слышу их. В моем мозгу теснятся какие-то образы. Звучит эхо непостижимых для меня чужих мыслей. Я знаю, что черные умеют проникать в чужое сознание, что они сводят своих жертв с ума. Может, и я схожу с ума? Только бы добраться. Только бы сохранить рассудок. Только бы суметь навести ракеты. Только бы суметь. Очень интересно, учитывая, что... А, окей, здесь лестница. Зачем они здесь? Он несет смерть. Плохая концовка, да? Артём, прием, слышите? Я думаю, что это плохая концовка уже. Рано говорить. Нифига себе гнездо черное. Сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Он пришел истребить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Как и все. Хорошая? Чифига себе. Серьезно, хорошая? Сон собаки. Но с возможностью сделать плохую. Ничего, провалиться, что ли? Я к тебе пойду. В смысле, давай, я к тебе пойду. Мы остановим тебя. Стоп. Вы хотите убить меня? Ну тогда пойду на плохую.
Выбор свободный. Окей. Они тоже боятся меня и хотят меня укокошить. Ой, блин. Блин, я хочу хорошее, но хорошее, но я не понимаю, что происходит. Не-не-не-не-не-не. Ну, блин. Ладно, здесь я разрешаю. Блин, я хочу посмотреть хорошую. Что надо сделать? Надо все равно от него убегать, чтобы хорошая была. Если у меня получается хорошая, я пойду на хорошее и, блин, просто здесь сон собаки непонятный. Пойду тебе. А, ясно. Убер тупая концовка. Понятно. Выбор будет в реальном мире. Здесь защищайся, убегай. Ладно. Окей. А то мало ли надо также побежать к черному. Ну, после первого по шпилю там, как бы, уже начинаешь подозревать неладное. Как бы, совершенно явно, что они хотят тебя столкнуть. Ну, мало ли, как это сделано. Геймдизайнер очень любит по-разному это делать. Собирайте быстрее. Ага, идет за мной. Нет, мне не к тебе.
Ладно, выбор будет в дальнем мире. Да ты гнался за мной, и чтобы я упал с Останкинской башни. Иди нахер. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает... Это плохая концовка. Никогда не... Но это же плохая концовка получается. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, нет? Предотврати, спаси. Окей. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Он не понимает. Да... Дай пройти. Он может... Вот, пусть будет хорошая. Выбор, стреляй. Я просто столкнул. Пусть будет хорошая концовка, серьезно. Я так понимаю, у которой 2034, хорошая концовка, она каноничная. Какой-то мудрец сказал: сейчас все тихо, блин. Если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. Теперь... Для игры канон с книгой ХЗ? Ну, для игры, да, которая к Эксодусу приносит. Расстилается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля. Ну, это хорошо... Не, то, что получилась хорошая концовка, все-таки... Это отлично. Мы про 34-ю, которая Redux. Last Light. В Last Light. Какая концовка правильная? Здесь-то плохая точно канон. Пропущу, уж извините. В игре ХЗ. А если продолжить? Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно... Нельзя позволить... А, давайте на плохую. Что это за метро? Самое первое, так скажем, ремастер. 2033, которая редукс-версия, редукс 2033. Врагов надо истреблять. Ну, честно говоря, я лучше бы скачал, наверное, оригинальную, потому что здесь графон глючит. Посмотрим на плохую. Потому что она каноничная. Каждый пожинает то, что посеял. Самое забавное, это же получается, если ты идешь на хорошую концовку, то ты все равно в конце можешь выбрать плохую. Но если ты идешь на плохую концовку,
то на хорошую ты не сменишься, как бы ты ни хотел. Я правильно понимаю? Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния... Это на самом деле неплохо, наверное, для игры такого плана. Хотя вообще различие концовок для... такого коридорного шутана это... ужас. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Нет, нет, нет. Три. Мы же люди, жестокие люди. Одна. Захват цели завершен. Бадунс. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Врагов надо истреблять, полученные достижения. Две ачивки за раз. На разные концовки. Вообще игра, а то я попал только на концовку. Какого года эта игра? Сейчас я посмотрю. По геймплею можно пройти 1-2 раза. Для меня. Но... не больно интересный шутан. Скорее для тех, кому просто не хватает сталкера. Не сталкера, кстати, бы надо попроходить все три части. Я не проходил ни одну. Сейчас. Сюжетно слишком много наивности. Сказал, слишком много наивности. Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. 2010. Я защищал свой единственный метро. Для игры 2010-го неплохо, я так скажу. Победили. Даже видео не поменяли. Начальная и финальная халтура. Ну, не перерендерили тут явно. Я не скажу, что игра прям отвратительна. Не скажу, что отличная. Просто среднячок крепкий. По-моему, крепкий среднячок, наверное, так. Я просто сегодня досмотрел лучшую фантастику в своей жизни, наверное. Так что у меня могут сгладиться впечатления. Еще раз всем скажу. Ваша жизнь должна делиться до просмотра Светлячка и после просмотра Светлячка. Ну, здесь очень много загрузок. Слишком какие-то сумбурная стрельба. На нормале слишком много патронов. Я пользовался дробовиком почти всю игру, и патроны не заканчивались. Слишком легко на нормале для меня. Но на хардкоре, я думаю, было бы наоборот сложно. Мне в хорошей концовке оригинальный голос Артёма, аж прослезиться можно. Нравится. Что он остановил хотя бы одну войну? Ну, как сказать, здесь, блин, хороший посыл, но он прямо в лицо, вот прям вот так вот. Вот посыл у меня есть. Вот, нате вам. Что Светлячок, а сериал 2002-2003 годов, который свернули сразу после первого сезона, потому что он был не рейтинговый, по словам телеканала. Но этот сериал был хорошо принят критиками. Просто очень горячо любим зрителями. И по этому сериалу еще сняли полнометражку «Миссию с Серенити» в 2005 году. По словам режиссера, только благодаря тому, что зрители очень любят этот сериал и как бы...
нормально закончили. Светлячок. Ну, там видно, что в полнометражке они попытались сумбурно и скомканно все завершить. Ну, у них идеи было еще на сезона 2-3 точно. И прям... Господи, какая хорошая фантастика. А сейчас мы получаем за миллиарды трилогию Диснея новую, Star Wars, которые, блин, сценаристы не могут нормально прописать, не могут проследить мотивации персонажей, таких как Люк Скайуокер. О нет, моим отце все еще теплится добро, я выручу его, выручает отца. Ой, я почувствовал темную сторону силы моего племянника. Зарубить племянника! Светлячок — это фантастика. Там про команду корабля космического. Ну, ладно, 2033 закончили метро. Ладно, чем нам крутить титры? Музыка в титрах вообще что-то обычно такую самую крепкую вставляют, а тут что-то непонятное бубнение. О, можно любую главу проиграть. Не дурно. Что-то не ожидал, что я сегодня допройду. Ну, мой вердикт по метро 2033 таков. Не фонтан, но пройти можно. Давай сталкера. Не, сталкера определенно после всего... как это сказать? Может быть, в конце этого года где-нибудь. Первого сталкера 9 концовок. И только одна правильная. Ну... Я помню примерно там какие концовки, но... Я не помню, как избежать неправильных концовок, я так скажу. Потому что этим интересовался одно время. Хвалят, да, увольнение с актрисы Джина Карана? Его хвалят, да. Он, кстати, у меня друг Экзарч, здесь он, я не помню, отвечу, как он, Ардарис. Он очень хвалит мультсериал по Войне клонов. Он говорит прямо отлично. Повстанцы дно, а вот Войны клонов, мультсериал просто на десятку. На лабораториях. Не, там же как-то за монолитом есть еще концовка. То есть ты не к монолиту подходишь. Монолит там что-то типа разрушенный. И ты идешь еще дальше этого монолита. Что-то такое, ну да. Ладно. Потом почитаю все это. В общем, по метро. Смотрите, я сейчас запись закончу, но перед этим скажу. Last Light я, наверное, поставлю все-таки на закачку и поиграем. Но очень уже близко Mass Effect Legendary Edition. Это будет мое 6-е прохождение, 4-е на стрим прохождение Mass Effect. Я обречен это просто постоянно проходить. Я говорил, что 5-е прохождение будет последним на очень долгое время. И они анонсируют Legendary Edition. Об одном говорим. Давай, Bad Wolf. Ну, я не хочу сейчас заканчивать стрим. Поэтому давайте на
полчасика ДБД. А на те, кто пришел на метро, всем пока-пока.